Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления, не делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, если разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались ровно непотребными, не делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как идет хлеб и не призывающий Бога? Там боятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Аминь.